Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна Михайловна. Компания Sentinel. Разговор записывается. Дмитриевну, могу слышать? Это я. Звоню вам по вопросу Сбербанка. Назовите свою дату рождения в целях информационной безопасности. Для чего я уже разговаривала с вашими сотрудниками? И никакой договоренности вы так и не пришли, и требования банка вы не выполнили. Вы что, информация дальнейшая конфиденциальна. Да, подтверждение личности, спрос, ваша дата рождения. Что? Да, все верно. Сумма вашего долга составляет 117 223 рубля. Вам необходимо до 7 августа текущего года получить данную задолженность. Да я не буду ее гасить. Вы что, издеваетесь надо мной? Вы у себя фиксируете? Нет? Вот до этого сотрудник звонил, который писал, нет, зафиксировал информацию. Так а почему вы отказываетесь оплачивать? В общем так, слушайте меня внимательно. Добро. В отношении меня Сбербанк вынес судебный приказ. У меня с работы, сейчас я нахожусь в декретном отпуске. Пособие у меня не имеет права удерживать. Судебному приставу я ездила, буду по 200 рублей в месяц платить. Все, что-то еще. Вы думаете, это кого-то устроит? Если вы в декрете находитесь, это не значит, что вам кто-то пойдет таким образом навстречу. У вас имеется судебный приказ, в котором указана сумма задолженности, которую вы обязаны вернуть единовременным платежом, но никак не частично. Вам никто не давал такого права оплачивать по 200 рублей в месяц. Пишите судебному приставу, идите вам дать данные судебного пристава, разговаривайте с ним. А не нужно, не нужно. Вы, если не компетентны в данном вопросе, то вам объясню, что оплата должна быть произведена единовременным платежом, но никак не по 200 рублей, как вы это делаете. Вы, если вы находитесь... А вы позвоните это судебному приставу? И можно объясните. Вы такая умная. Позвоните судебному приставу, объясните, что вы... Скажите, что вы... Они имеют значение, что там судебный пристав. Говорит. Давайте, говорите. Судебный пристав в данном случае не заемщик. Вы заемщик, вы деньги брали, вы возвращаете деньги, а не судебный пристав. Я зачем мне с ним разговаривать? В чем проблема, я возвращаю, не устраивает. По 200 рублей в месяц? Да. По 200 рублей в месяц? Да, да, да. Таким образом банка не устраивает. Ну, пожалуйста, тогда оплата. Хотите от меня? Полностью не собирают. Я по закону плачу. В чем проблема? Но вы по закону не платите, вы нарушаете сейчас судебный приказ. Девочка, вы нарушаете законодательство Российской Федерации. Я говорю, я через... Вы, Ирина Дмитриевна, за выражениями своими последите статью оскорбления. Никто не отменял статью оскорбления, никто не отменял, записи разговоров ведутся. Вы мне звоните, вы чего-то отменяете. Да, я вам звоню сейчас, Ирина Дмитриевна, и вам никто не давал такого права грубить и хамить, понятно? Вы какая-то, ей-богу, вам говорят, что по закону все... Но вы, наверное, тоже не компетентная, Ирина Дмитриевна. Если вы не знаете законов, то почитайте. Я по 200 рублей. Поймите вы это. Мне очень пофиг, что вы будете звонить. По 200 рублей платите? Да. Через месяц буду по 100 платить. И все, ничего вы не сделаете мне. Что вы мне сделаете? Да вам никто такого не разрешит. А, ну все. К вам домой, когда направят судебных приставов, так там общее арестом имущества, вынесут ваше имущество. И в дальнейшем продадут по 30% стоимости от реалии. Да, не судебные приставы, вам так говорят, потому что им так выгодно, потому что им зарплату платят хорошо. При ваших платежах зарплату хорошо платят. Поэтому они сейчас вам идут на уступки таким образом. Принимает платежи. Буду решать вопрос. Сейчас что вы от меня хотите? Ирина Дмитриевна, а вы на данный момент думаете, что все так просто? Вы сможете всю свою жизнь оплачивать по 200 рублей? Да. Вы абсолютно ошибаетесь. На основании 24 статьи ГК РФ вы отвечаете своим имуществом по кредитным обязательствам. И стоимость арестованного имущества не достигает 30% от реальной стоимости. Что-то еще хотели сказать? За бесценки будет продано ваше имущество, а в дальнейшем будет уже продажа вашего долга третьим лицам. Я буду платить по 200 рублей, девушка, вы что такое бесценки? Нет, банк имеет полное право без вашего согласия. Хотите вы этого или нет, продать долг? По договору цивильности на основании 382 статьи понятия не устройки банк не продавал. Нет, у нас сейчас идет агентский договор, да, 1005 статья, но будет потом продажа долгов по договору цивильности на основании 382 статьи. Наверняка слышали в средствах массовой информации, как работают другие компании с целью взыскать долг, которые выкупают долги. Будете находиться в том же положении, вашего согласия никто
спрашивать никто не будет. У вас уже оповестят по факту произошедшего. И повлиять вы в дальнейшем никак не сможете. Не изменить ничего. Поэтому пока есть возможность сейчас решить вопрос в добровольном порядке, вам необходимо этим воспользоваться. Пока банк идет вам на встречу, предлагает такую возможность. И пока дело находится все еще у нас. Что-то еще? Так что, в чем проблема? В чем проблема? Ни в чем не проблема. Вам не смешно? Не смешно, в том-то и дело. Что за глупости? Вы взрослая женщина, 30 лет, мать, которая находится в декрете, у которой ребенок есть, а ведете себя как маленькая девочка. Вы что вы от меня-то хотите, я понять не могу. Вы почему законы нарушаете, отказываете сотрудничать с банком, требования не выполняете? Я выполняю, почему требования банка? Нет, вы этого не делаете. Я вы сейчас нарушаете закон.